Книга – лучший подарок, особенно когда в ней рассказывается история твоего города с самого его основания. Такой подарок краеведам, учителям, ученикам и просто любителям чтения преподнесли Чувашский государственный институт гуманитарных наук и Республиканское книжное издательство. Благодаря их стараниям вышла в свет новая книга о столице Чувашии «Чебоксары. Исторический очерк». 14 авторов трудились над созданием книги «Чебоксары. Исторический очерк». Работу над коллективной монографией о Чебоксарах начали еще в 1986 году. К середине 90-х годов были написаны 10 глав издания, но с началом перестройки многое изменилось. Стали доступны ранее закрытые фонды архивов. Новое поколение ученых приступило к переработке исторического очерка. Фактически книгу практически полностью пришлось переписать. Исторический очерк про Чебоксары стал завершающим серию книг «Города Чувашии». Это первая книга, в которой систематически изложена история столицы Чувашии с момента основания города. По данным ученых, город был основан в 13 веке. В книге описано строительство и застройка Чебоксар, политическая и экономическая история города, быт горожан в дореволюционную и советскую эпохи. Можно прочитать в интернете, что Чебоксарская тюрьма, следственный изолятор на берегу Волги, самая старая тюрьма России, 300 лет, что она была построена даже раньше, чем Введенский собор. На самом деле это не так. То есть тюрьма, конечно, была, но деревянная, а вот каменная, одноэтажная, она была построена около 1810 года. Второй этаж появился в 1908 году. Значит, то есть эта тюрьма совсем не такая старая, как ее считают. В ближайшее время книга «Чебоксары. Исторический очерк» появится на прилавках книжных магазинов. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.